Александр Анатольевич, пожалуйста, ваши комментарии по двум играм. Что получилось, что не очень получилось? Ну, что не очень, начнем с того, что не очень получилось. Так, ребята заигрываются, когда игра идет, в общем-то, начинают, когда все получается. И, в общем-то, те установки, которые были даны перед игрой, они, в общем-то, все забываются сразу. Вот это. Ну, может быть, это еще в силу возраста, конечно, ребят. Я думаю, что они в любом случае подрастут, в общем-то, станут маленько поопытнее. И так, требования, которые к ним будут предъявляться, я думаю, они будут выполнять до конца. А так хотелось бы, конечно, ребят поздравить с двумя победами. Приятного, как бы не было, в общем-то, и по содержанию неплохо. И голы хорошие забили, молодцы. Поэтому, ну, мы учимся, и я так скажу, по крайней мере, та, как сказать, философия, которую, в общем-то, ну, пытаемся до них донести, может, она не так быстро усваивается, но, по крайней мере, она усваивается, мы и двигаемся вперед. Вот. Поэтому еще раз победами, а так, две игры у нас сейчас через два дня, другие соревнования, первенство Российской Федерации, хороший соперник. На этом сопернике, конечно, и хотелось бы, я бы, как бы не было, я бы хотел похвалить и команду из Караганды, Йон. Несмотря на то, что, в общем, такой результат, ребята в силу своего возраста, в силу своих, в силу своего мастерства, ну, не сдаются, да, проиграли сейчас, но я думаю, что дело времени, и они будут, в общем-то, обыгрывать другие команды, это точно. Вот. А мы готовимся к первенству Российской Федерации, из команды на команду Омск. Этот уровень, может быть, не тот, может быть, а может быть еще. То есть те команды, которые нужно были. Я думаю, по этим командам, конечно, и нужно определять уровень нашей команды. Все? Все.